Вот морковку, чтобы посеять, надо чуть-чуть прижать, как бы дно бороздок, чуть-чуть прижать. Тяжело с вами, теоретика. Вот так вот. Может быть, нам купить динамометр, динамометр, который будет усилия измерять? Нет. Нет? Без измерения усилий, просто мы вот так вот чуть-чуть придавим дно бороздок. Теперь поливай. Теперь так. Их увлажнить, хотя земля и так влажная. Ну так написано, увлажнить. Надо купить. Лей ровненько. Ну как я ровненько, я и говорю, дозатор надо. С вами теоретиками. Молодец. Попробуем первую морковь посадить пораньше. Что пораньше-то? В декабре надо было сажать. Сегодня 15 марта. Вот такую морковь купила нынче на ленте первый раз. Красная без сердцевины. Семена на ленте. Вот такие ленты, где семена морковки распределены между двумя тоненькими полосками. Их надо разъединить теперь. И получится у нас на три бороздки. Вот. О, чудо, чудо, инновация. Три ленточки. И вот видите, если крупно снимешь, вот они прямо зернышки морковкин. На расстоянии примерно 3 сантиметра друг от друга они прилеплены. Это... Вот сейчас мы их раздвоим, расстроим и положим в увлажненные бороздки. Нанотехнологии у вас. Ну вот, морковка посажена. Грядка приобрела такой вид. Укрывным материалом часть ее закрыта. А на третий рядок не хватило семян. Посадили рассеянный по участку чеснок. Ну, теперь надо картошки. Картошки купить. Большая проблема купить 10 штук картошки. Бабки отказываются на базаре напрочь. Говорит, бери ведро за 200 рублей. Не знаю. Позвонил соседу, обещал 10 картошек продать.